поговорить к маме. Пойдем? Поцелуешь маму? Давай, я тебе поцелую. Так, вот так вот. Дух. Насос. Все, давай баньки ложись, да? Все, баньки ложись. Мама здесь рядом будет, хорошо?
ребятки, у меня сегодня проснулся Сёма, и сейчас очень-очень рано для его первого сна. Он, по идее, час назад должен лечь был, но время вот 12 часов, и приходится сегодня жить по-другому немножечко режиму. Он кушает, кстати, кабачок тушеный, там немного картошки я нарезала, помидорки, перец, томатная паста, короче, ну и там всякие специи. Я сейчас буду кушать картошечку, я себе тоже запекла. Очень сильно захотелось жареного, но я в масле сделала и, ну, замариновала и закинула в духовку. Сейчас буду с майонезиком кушать и с молочком. Вот Сёма пока тут жует, я тоже вместе с ним, потому что не успела. А проснулись мы сегодня с Сёмой в 4:50, кажется. Все потому что у нас под окном кто-то очень хорошо, весело отдыхал, и пришлось встать мне вместе с Сёмой. Но я на самом деле чуть раньше проснулась от этих шумов, и знаете, они как будто прям под нашим окном сидели, я просыпаюсь, и мне кажется, что кто-то на балконе на нашем разговаривает. Я сначала не поняла, потом уже как-то прислушалась, поняла, что на улице там кто-то сильно хорошо отдыхает, смеется. И потом уже через некоторое время и Сёма встал, и не смог уже уснуть от этих разговоров, короче. И лёг он сегодня у меня без 20:10, получается, Серёжу проводили, сразу домой пошли, короче, блин. Сегодня режим не так пошел, но я думаю, что если даже он сегодня у меня в 6 ляжет, завтра по-нормальному проснется. Мама. Да, ладно. И у нас, кстати, такая жара сегодня, что прям дома нереально. Я еще готовила, прям вообще жарко. Ну, сейчас буду кушать, пока тут Сёма всю свою еду не съел. И если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Мы вышли на улицу, и Сёма, как всегда, своим важным делам пошел выкидывать мусор. Мы идем, нам нужно сдать вторсырье. Молодец, да? Теперь можно идти вперед? И мы до сих пор уже 15 минут назад вышли, и все, дома никак не можем отойти. Пойдем? Идем? Вторсырье сдавать, Сём. Сёма поливает цветы. Ему как бы нельзя туда залазить, если что. Но он как бы залез. Берет, прям он иногда ту лейку, ту бутылку берет и делает вид, что поливает. Причем я при нем один раз только это делала, и вот он, видимо, запомнил. Кстати, надо их по-настоящему полить. Как вот мне иметь цветы, если я про них забываю вечно? Не понимаю. Сёма. Ну, хоть бы не упала. О, божечки, бедные цветы, пошла их спасать. Ребятки, мы дома, ну, как вы поняли. И нужно разбирать постель, он Сёма опять тут носится. Сына! Он, короче, случайно упал с дивана на то место, где были подушки, одеяло. Короче, я только достала постельное. Он туда упал, теперь так постоянно делает, потому что думает, что там мягко. Один раз коленкой ударился, и все еще прыгает. Сына, нельзя туда прыгать. Понимаешь, там тебя никто не ловит. Ты можешь не в ту сторону полететь и ударить. Да? И все равно так делаешь. Короче, мы сейчас будем уже укладываться спать. Время 5:30 доходит. Но Сёма уже иногда проявляет признаки усталости. Но вот сейчас...
Он не очень, да, похож на ребенка, которому нужно ложиться спать. Да. Нельзя так делать. Вот если мама тебя не будет ловить, ты же упадешь. Где ты там, тебя не видно? Короче, нужно укладываться, и я не знаю, во сколько же мы завтра проснемся. Ну, скорее всего, как обычно, часов 6. Но вот у него сегодня, получается, мало было сна за весь день. Короче, будем надеяться, что в нашем режиме все будет. Да? Я, кстати, когда еще пришли, заказала себе доставку из самоката, заказала себе чипсы с пепси. Хочется мне, короче, говорю, хочется что-то очень вредное. Я сделала картошечку жирненькую, запекла, но не помогло. Даже майонез. И вот хочу чипсиков навернуть с колой. Короче, класс. Уничтожаем свой организм. Что? Что? Баиньки? Глазки чешутся. Давай мы с тобой постельку заправим и будем читать книжечки. Ты, Сёма, упала, вы ножки не держишь. Что ж такое-то? Что ж такое? Бай-бай. Ты уже сам все складываешь, да? Скажи, мать, опять болтаешь. Да. Давай, клади куда надо. Только нужно постель на стуле постелить. Сёма, как осёл говорит? И-а, говорит осёл, да? И-а. А зайка? Как зайка делает? Прыг-скок, прыг-скок, зайка, да? Да, вот так прыг-скок. А как собака говорит? Ого, говкает только. А как трактор ездит? Как трактор ездит, смотри. Так вот он тарахтит, да? Понятно. О, а как овечка говорит? Овечка-то говорит бе. Ну что ты делаешь, Сёма? Как овечка говорит? Как овечка говорит? Как овечка-то говорит? Сём, бе, она говорит, да? А это кто? Мама. Это лошадка. Как лошадка говорит? Мама. Да, это вот травку лошадки кушают, деду. Травка? Да, травку лошадки кушают. А как лошадка говорит? Мама. Мама? Как лошадка-то говорит? Мама. Я поняла, что они ням-ням кушают эту травку. А лошадка как говорит? Мама. И а... Фу, блин. Игаго лошадка говорит. Мама. Скажи, игаго. Мама. Сёма, не отвлекайся. Вот он начнет, что ему одно нужно будет, и все. Как лошадка говорит? Мама. Мама. Сёма, да, они кушают травку. Но лошадки, когда покушают травку, что они скажут? Игаго, как вкусно. Скажи, мама. Как, скажи, как лошадка говорит. Мама. Короче, только что говорит. Давай, а дальше посмотрим, кто у нас здесь. Кто у нас здесь есть? Так, зайчика, мы посмотрели. О, как коза говорит? Ла. Ме. Ме, коза говорит, да? Ла. Бодаются, да, они? М-м-м. Это кто? Это кто? Га-га-га. Га-га-га. Гуси, да. А это кто? Лошадка? Как она говорит? Папа. Игаго, лошадка. Баба. Это? А, да, это вода. Водичку хрюшки пьют, да? А как свинья говорит? Как? Нет, свинья хрюкает. Хрю, хрю, хрю. Как тебя папа учил, свинка, как говорит? Как свинья говорит? Так. О, смотри, это кто у нас? Это коровы. Да? Как корова говорит? Му, мычит, да? А тут, смотри, киса спряталась маленькая. Как киса говорит? Мама. Мяу, говорит, да? Мама. Да, теленочек молочко кушает мамина. Да? О, а птички как говорят?
Птички, смотри, сели. Как они говорят? Как? Птички как говорят? Кар-кар, да? Скажи, кар-кар. 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 Угу. А цыплята, смотри, цыплята маленькие. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Папа. Пи-пи-пи-пи-пи. Папа. Два. Пи-пи. О, осел. Как осел говорит? А, и-а, и-а, говорит осел. И-а, молодец. Ага. Так, все, больше ничего тут интересного нет. Ребятки, в который раз повторяется та история, когда до меня не могут дозвониться и достучаться. Короче, я была в душе, и Сережина мама приходила, отдала нам передачку, если так можно сказать. Сдачи всякие вкусняшки. Сейчас вам покажу, что там. Я еще сама не посмотрела, но вот Сережина мама нас снабжает всякими вкусностями сдачи. И она была возле двери, я не слышала, как она стучалась, потому что была в душе, естественно. Но вот сейчас вышла, она мне написала, говорит: «Диана, ты дома? Открывай дверь». Открыла. Сережа опять звонил, не мог дозвониться. Нет. Еще какие-то мне претензии говорит. Ты что, говорит, мне не отвечаешь? А я говорю, что я была в душе. Вот такие вот дела. Давайте посмотрим, что за вкусности там. Семен спит, а значит, я могу их одна поесть. Так, у нас здесь что? Кабачок, лук, травушка какая-то. Что это? Это мята, божечки, как она классно пахнет. Засушу ее, буду в чай добавлять. Здесь у нас огурчики домашние и малинка и клубничка. Класс, сейчас поем. И немножечко оставлю Сёме и Серёже и заморожу остальное. У меня уже там целый пакетище замороженных ягодок. Вообще классненько.